Московская полиция закупает специальные солярии для лошадей. Всего создадут 2 таких кабинета. В них будет встроенный лифт, пульт управления, теплые души, даже вентилятор. Достанутся такие солярии животным, которые служат в конной и туристической полиции столицы. Обойдутся эти процедуры для лошадей почти в 600 тысяч рублей. Солярии необходимы животным для того, чтобы быстрее восстанавливаться после тренировки. Под излучением снимается напряжение в мышцах. Ты красивая с ней. Ты очень красивая. Она тебе идет.